для лабиринта .ру. На конкурс дети читают стихи. Абрамов Егор и Золотов Никита. Стихотворение «Что такое День Победы?». Что такое День Победы? Это утренний парад. И едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпает там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны!